Это и есть крайняя точка Роки де Бодега. Первые переселенцы. Сейчас водой окатит. Приспособили эту скалу Рока. Роки – это скала. Под причал. И вот это самая крайняя точка. Вот такая вот. Ну и как смотровая площадка на рифы, на скалы, на волны. Кто будет посещать природный парк Анага, всем рекомендую.